озера Байкал. На западных склонах Байкальского хребта бьет начало одна из величайших рек мира – Лена. 5000 километров пробегут ее воды по востоку Сибири. Далеко за полярным кругом вольются они в холодное море Лаптевых. Верховье Лены. Неширокое, тихое, извивается река по таежным просторам. Протекает Лена через страну гористую, покрытую дремучими лесами, между берегами живописными, в своих видах до бесконечности разнообразными. Так описывали Лену старинные русские путешественники. В течении Лена становится все шире и полноводней. Алекминск – центр богатого земледельческого района Якутской автономной республики. 8 месяцев длится суровая якутская зима. 60 градусов достигают морозы. На глубине 1-2 метров слой вечной мерзлоты, короткое засушливое лето. Хлеба в ней совсем не родится, а доставляется он и из верховых мест, говорится в старинном географическом словаре. Так было. А сегодня колхозники Якутии в содружестве с учеными выращивают богатые урожаи пшеницы, ячменя, ржи. Издалека, за много тысяч километров, доставлены сюда новейшие сельскохозяйственные машины. Самолет летит на Якутск. Декабристы и Чернышевский, Петр Алексеев и Короленко, Орджоникидзе и Ярославский, тысячи лучших сынов России томились в суровой якутской ссылке. Якутск. В 1632 году казачий сотник Петр Бекетов заложил на Лене острог для государева величия и прозван тот острог Якутским.
ныне Якутск – административный и культурный центр социалистической Якутии. Широко раскрылись перед якутской молодежью двери школ и институтов. Расцветает искусство освобожденного народа. Еще шире разлилась за Якутском Лена. Недаром зовут ее якуты Улахан-Урях, что значит «большая река». Сангары. Богатое месторождение высококалорийного каменного угля. На несколько километров протянулись к реке ленты транспортеров. Все дальше на север плывут караваны груженных судов. Здесь Лена пересекает полярный круг.